Первый киносеанс в России состоялся в 1896 году в Санкт-Петербурге. За это время одно из самых востребованных искусств стало доступным практически для каждого. Кроме того, с развитием технологий любой может попробовать себя в качестве сценариста, режиссера или актера, что и сделали ребята из Твери и области. В Доме народного творчества состоялся 13-й ежегодный фестиваль-конкурс «Молодым дорогу». Смотрите подробности прямо сейчас. С каждым годом география проведения конкурса и количество отправленных работ расширяется. Свои фильмы предоставили авторы и творческие объединения из 21 муниципалитета Тверской области. Спектр тем конкурсного кино такой же широкий. И выбранные ребятами темы дают понять, что занимает умы нынешнего поколения. Так, в последние годы дети начали проявлять больше интерес к истории своей страны. Вот интерес сдвинулся в последние, особенно годы, в интерес немножко в истории. Истории Великой Отечественной войны, что очень ценно. И на самом деле это так и должно быть. Потому что без знания своего прошлого, наверное, есть такая мудрость, что и будущее не светит. По большому счету, наверное, это так. Вот в этом плане молодцы. Нынешний фестиваль уже 13-й по счету. В этом году в конкурсной программе 37 работ от отдельных участников и детских киновидеостудий. В первую очередь жюри фестиваля оценивает идею фильма и качество ее исполнения. Все ваши работы, которые прошли конкурсный отсмотр, они все интересные. Но конкурс есть конкурс. И в конкурсе есть победители, а есть те, кто чуть-чуть не добрался до той вершины. И есть возможность совершенствоваться, потому что в рамках конкурса мы обязательно проводим мастер-классы, мы обязательно проводим разборы. «Садыши» — 14-минутный фильм рассказывает об исторической памяти и молодежи. А главный символ, который сопровождает зрителя на протяжении всей картины – дорога. Сняли фильм участники творческого объединения «Живоносный источник». Авторов объединяет свой особенный взгляд на мир. А насчет фильма, он, как бы вам сказать, он имеет глубокий смысл в этом плане. То, что там не только, там, понимаете, дорога, там все время напор на дорогу идет. Дорога, дорога жизни. То есть дорогу молодым. Вот идет напор именно на дорогу. А так он, в принципе, и про историческую память, то есть про нашу Юлию Михайловну Кувшинову, и про молодежь, что ей делать. Вот так и составляется смысл. Для юных кинематографистов фестиваль – это не только конкурс, но и площадка с мастер-классами и общение с опытными наставниками. И, возможно, в будущем кто-то из ребят станет настоящим режиссером, сценаристом или актером и посвятит свою жизнь кино.